Всем привет! Вы на канале Про Компьютер, и в этом видео я вам покажу несколько способов, как отключить камеру на своем компьютере или ноутбуке. Смотри это видео до конца, тут интересно. Также я тебе рекомендую посмотреть вот эти два видео, ссылки в описании. Ну и вдогонку заходи на сайт rumediatrend.com. Актуальная погода на день, неделю и даже месяц. Ну а мы начинаем. Итак, поехали. Бегом давайте перейдем непосредственно к уроку. Я вам покажу три способа, как отключить камеру на своем компьютере или ноутбуке в Windows 11. Первый способ — это непосредственно из настроек Windows 11 правой кнопкой мыши по меню «Пуск» переходим в «Параметры», переходим во вкладку «Bluetooth и устройство», находим раздел «Камеры», выбираем в родственных параметрах параметры конфиденциальности камеры. И здесь отображается список всех тех приложений, которые получают разрешение к камере. Если вы хотите запретить доступ абсолютно всем приложениям, вы отключаете вот этот вот параметр. Если вы хотите выборочно ограничить доступ к камере на своем компьютере или ноутбуке к какому-либо приложению, вы можете выборочно это сделать. Ну а мы закрываем данную вкладку и переходим непосредственно ко второму способу. Во втором способе нам понадобится редактор групповых политик. Это классная утилита, которая позволяет как администраторам, так и обычным пользователям ограничивать доступ к определенным настройкам Windows. Данный редактор по умолчанию есть в Windows 11 Pro, также есть он в Windows 10 Pro. К сожалению, в Home-версии данного редактора нет. Но смотри, вот это видео я здесь показываю, как его установить. Итак, правой кнопкой мыши по меню «Пуск» выбираем меню «Выполнить». Здесь мы пишем вот эту вот команду «gpedit» и нажимаем «Ок». Давайте немножко расширим окно, увеличим обзор у левой вкладки. В редакторе мы заходим в раздел «Административные шаблоны», открываем. Здесь заходим в компоненты Windows, открываем. Находим здесь раздел «Камера». Обратите внимание на вот этот вот параметр. Два раза кликаем по нему и читаем в справке. Этот параметр политики разрешает использовать камеры на компьютере. Если включить или не настроить этот параметр политики, камеры можно будет использовать. Если выключить этот параметр политики, камеры будет запрещено использовать. Соответственно, мы отключаем. Нажимаем «Применить» и нажимаем «Ок». Здесь закрываем данную вкладку. В третьем способе мы отключим камеру через диспетчер устройств Windows. Правой кнопкой мыши по меню «Пуск» переходим в диспетчер устройств. Как мы знаем, в диспетчере отображается все наше оборудование, как внутреннее, так и внешнее. И здесь мы должны найти свою камеру. Посмотрите на вот этот вот скриншот. Давайте я вам приведу пример, потому что я сейчас отключил свою камеру. Например, находите в свою камеру в разделе, который на скриншоте. Правой кнопкой мыши нажимаете «По камере» и нажимаете «Отключить устройство». Надеюсь, этот урок был полезен. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на телеграм-канал, на канал Дзен и, естественно, на канал в Ютубе.